В Люберцах отметили День российского флага. Торжества прошли на всех главных площадках округа. Подробнее расскажут мои коллеги. Под трехцветным флагом живет и развивается Россия уже три десятилетия. Бело-синий-красный стяг как государственный символ страны утвердили в 1991 году. А праздник в честь российского триколора впервые отметили 28 лет назад. В парке Малаховское озеро дети принимают участие в мастер-классе по изготовлению флага из бумаги и рисуют на асфальте. Ученица 46-й гимназии Александра Давид тоже приняла участие в конкурсе рисунка. О том, что каждый цвет имеет свое значение, знает. Белый цвет мира и чистоты, синий – веры и правды, а красный – сила. А еще алый цвет символизирует отвагу и кровь, пролитую за Отечество. Российский триколор имеет многовековую историю. Государственный флаг в России появился в эпоху становления России как мощного государства во времена царствования Алексея Михайловича Романова, отца Петра I. Более 300 лет назад наш флаг был поднят на первом российском военном корабле. Сегодня прекрасный праздник, день нашего российского флага. На самом деле я обожаю праздники подобного рода, потому что появляется огромное чувство гордости. Я думаю, что такие праздники, они очень объединяют наш народ. А в Краскове главной площадкой празднования и местом притяжения стал сквер Победы. Отметить День национального триколора пришли люди разного возраста. Жители поселка поздравили в песнях, стихах и танцах. В каждом произведении любовь к родине и гордость за свою страну. Флаг России, ну, это наше все, наша родина, наша Россия. Я поздравляю сегодня днем государственного флага России и желаю всем людям земного шара России здоровья и счастья. Я желаю всем жителям Люберец, чтобы у них было хорошее настроение, чтобы была хорошая погода и чтобы все было хорошо. В Тамилине День флага отметили в парке сказок. Мероприятие направлено на патриотическое воспитание детей. На мастер-классе по аппликации заняты все места. Сделать надо сердечко в виде российского флага. Сегодня праздник у нас День российского флага, поэтому у нас аппликации в цветах российского флага. С одной стороны, мы делаем сердечки, что мы любим Россию и наш флаг. А с другой стороны, мы делаем также в цветах триколора, но уже цветочками. На груди у взрослых и детей ленты окрашены в цвета триколора. У баннера с названием праздника зона для фотографирования. Кроме мастерской по аппликации работает творческая мастерская рисунка на асфальте. Из певцов, в принципе, приглашены творческие коллективы и солисты Центра культуры Тамилина. Да, это жители Тамилина и близлежащих поселений городского круга Люберца. Артисты исполнили современные патриотические песни о России, а фольклорный ансамбль «Тамилинская слобода» – народные. Луиза Егиазарян, Богдан Колесников, Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ.